Житейская мудрость гласит, что мужчина в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. У читы Карамшамхаловых все идет по плану. Дом, дети, а вот теперь и деревья. Саженцы яблонь, подаренные семье по поручению главы республики, здесь как нельзя кстати. По одному на каждого ребенка. У меня 4 сыночка. Живем большой дружной семьей в Адыгехабле. Мама наша, это наше как сердце семьи. Честно сказать, очень неожиданный и приятный сюрприз. Будем с удовольствием поливать и посмотрим на наш дальнейший урожай. Подобный презент по поручению Рашида Тимрезова получат более 2000 семей по всей республике. Яблони осеннего сорта «Галашника» в уходе неприхотливы. Если посадить их сейчас, в мае, то уже в августе можно будет собирать первые плоды. А через 3 года они подрастут, войдут в полную силу и за сезон будут приносить более 100 румяных яблок с одной кроны. Мы хотим, чтобы каждая многодетная семья высадила на своем приусадебном участке саженцы, так как саженцы являются продолжительностью жизни. Каждая семья на следующий год может уже получить с этих саженцев свой урожай и питаться высококачественными плодовыми продуктами. Саженцы получат многодетные семьи, где 4 и более детей. Главы районов и городских округов организуют специальные пункты для их раздачи, а кому-то и лично привезут. Для большой семьи такие деревья станут не только подспорьем в хозяйстве, но и символом новой счастливой жизни. Хочу поблагодарить главу республики Тимрезова, а также главу нашего Ногайского района Хапиштова за поддержку в столь нелегкое время и за то, что в такой день, День семьи, преподнесли нам плодовые деревья. И пусть все семьи новые цветут, как наши новые деревья. Алина Гидеева, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.